Для меня большая честь искренне от лица, от имени губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяка здесь сегодня вас приветствовать и поздравить и сотрудников, и кинотеатры, и жителей города и района с этим праздником, с открытием кинотеатра, со вторым рождением. И искренне считаю, что символично, что это происходит сегодня, в День кино. Это место, уверен, и раньше было, и останется, и будет местом притяжения для людей, таким центром силы, центром культуры. И здесь многие смогут не просто отдохнуть, да, и помечтать, попутешествовать, ведь кино именно такие возможности нам дает. И каким-то образом себя осознать через те фильмы, надеюсь, хорошие, которые здесь будут показывать и отечественные, и иностранные. Огромная благодарность, конечно, бизнесу в лице коллег из «Фастцемента», которые приложили максимум усилий, потратили серьезные деньги для реализации этого проекта. Я абсолютно уверен, что вместе, в крае, совместно и власть делает максимум для того, чтобы улучшать ситуацию в крае во всех сферах. И бизнес, безусловно, и только вместе мы сможем здесь реализовать любые проекты. Даешь новую «Аврору»? Этот праздник для всех. Если день строителя – для строителей, день энергетиков – для энергетиков, день автомобилиста – для автомобилистов, день кино – это для всех. И очень приятно, вы знаете, помогать вот в этом хорошем деле. Спонсировать определенные моменты, которые для всего города, которые создают красоту, которые радуют глаз. 15 лет назад была первая реконструкция данного здания. 15 лет прошло, можно было сказать, и так вроде было красиво, на самом деле нет. Все идет вперед, новые материалы, новые возможности, новые фасады, это значит новое настроение. Пандемия пройдет, а настроение у людей должно остаться навсегда. Первого хочу пригласить на сцену человека, которого называют своим старшим братом. Это то мужественное, надежное плечо, которое всегда рядом со мной. Я знаю, что всегда будет помощь, всегда будет нужный, мудрый совет. Это Виктор Алексеевич Иванов, управляющий акционерным обществом «Спасцемент». Виктор Алексеевич, позвольте, я несколько слов буквально зачитаю из благодарственного письма. Уважаемый Виктор Алексеевич, от лица коллектива медиахолдинга «Орбита» выражаю вам нашу искреннюю благодарность и глубокую признательность за плодотворное сотрудничество. Мы высоко ценим установившиеся между нами партнерские отношения. Хочу подчеркнуть высокий уровень профессионализма сотрудников предприятия «Спасцемент» и поблагодарить за оперативность в решении вопросов. Ваш большой управленческий опыт, авторитет будут служить нам ориентиром и примером. Желаю вам дальнейших успехов в работе, экономической стабильности и процветания предприятию «Спасцемент», а значит и нам тоже процветания.